Красному углу ринга Ильин Сергей представляет клуб братьев Огуренковых. Боксер 97 года рождения. Боксом занимается 8 месяцев под руководством Крылова. Проводит свой первый бой. В синем углу ринга Владислав Юн представляет клуб ЗОД. Боксер 98 года рождения. Боксом занимается 6 месяцев. В ринге также проводит свой первый бой. Тренируется под руководством Мамедова. После этой пары в ринг готовится третья пара боксеров Абрамов-Тулмуродов. И потом также пары пойдут по списку. Первый, 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 первый
Третья пара сейчас переносится после седьмой. Готовится к выходу в ринг седьмая пара. А в этом бою победу одержал боксер из синего угла. Владислав Юрьев.